Здорово, Ютуб. Зашел я, значит, вечерком праймушечку почилить. Зашел посмотреть, что там как в рандомчике. Спустя, не знаю, полтора или два дня не игры. А тут оп, и Лёня Ничик, это ж блинчик, Лёня, друг мой, вообще, со вчерашней катки, вы видели его, типа, на канале, хотя я не знаю, когда вы это увидите, но это фулочка, Лёня, это рабочий, это, жаль, только Степанюка нету, а так, в принципе, в полном составе, как бы, молодые люди, а вот, поэтому у нас сегодня каточка не запланированная, я вообще не собирался записывать, думаю, перед сном зайду, на одну, как бы, почилю. Ну и типа нормально будет, там потом спать лягу и все будет нормально, короче. А тут, оп, молодой человек, значит, на канонире тут как красивый, на фанатике Леня наш родной, дорогой. Мистер С-Дестройер на силовом, значит, вампосике. Тут у нас владыка какой-то потный, тоже героин, там какие-то, короче, вообще супер-пупер крутые челы. Но у нас как бы состав такой простенький, да, блин. Нихуя он не простенький, ребята, у нас фулла бустопа в команде. Вот, поэтому посмотрим. Ну, как бы там преимущество в никнеймах и как бы тимплее, да? Ну, не тимплее, неправильно сказал. Типа, челы, скорее всего, в войсе сидят. Хотя, может, и без войса, в принципе, на подполах катаются. Короче, мне неизвестно насчет их коммуникации, но я знаю точно, что если они вместе, значит, они уже сильнее, чем рандом. По определению, что фпсик проседает. Поэтому, как говорил мой дед, повторим. Берем, значит, лесочек, фармим, стоим мы на миду против канонира. По идее, канонир — это очень быстро фармящий лайнер, но мы знаем, что его порезали. Сильно порезали. То есть первая кнопочка у него теперь по крипсам дамажит на 50% меньше в лесу. А это значит, что, ну, он, конечно, остается одним из самых быстро фармящих героев в игре, да, но не таким жестким, как раньше он был. Вот. Поэтому, в принципе, шансы конкурировать с ним у нас есть. Достаточно большие шансы. Потому что маг мой как бы не... тоже не очень медленно фармит. Нам дали хилочку. Запада нам, к сожалению, не дали. Почему-то уже третья минута игры скоро. Ёб твою мать. Салам алейкум. Вот это делаем там. Кнопочку нажимаем. Молодой человек, к вам выехали. С голдпака на нашем голдпаке были... Бля, я вообще не... Я не готов был морально комментировать эту катку в 10 часов вечера, когда у меня уже... Ну, я наконец-то, ребят, восстановил режим, и у меня уже реально глаза чуть-чуть слипаются в это время. А тут на тебе, блядь, просто, сука, сверхразум на владыке. Я ему, блядь, потыкал, что на нашей голде на него идут. Но все равно выкинулся. Ладно, не обращаем внимания на неприятности. Как говорится, неприятности то мы переживем, а голда сама себя не зафармит. Поэтому фармируем сейчас по шурику голду и бежим быстрее на линию. Потому что эта хуйня пушит как лютая просто. Этот пак, конечно, я уже проебал. Да. Нет, нормально. В принципе, ну, голд пак на 3 крипа. Это плохо, да, но это лучше, чем на 0 крипов. По-моему, голд пак дает примерно столько же фарма, сколько и пак на линии. Но я могу ошибаться, поэтому, эксперты, не душите сильно в комментариях, плиз. Под прошлым видосом, кстати, там чуваки какие-то жестко хейтящие. То есть я не знаю, откуда они набежали, но типа парни просто залетают и говорят: слышишь ты там, ты своих зрителей додиками назвал, ты кого, ты аудиторию свою не уважаешь, а ты вообще урод. Ну и так далее. Но с тем временем снова владыка отдался на боте, и тенька тоже отдалась. И все это сопровождалось, я так понял, нет, канонир не был там. Главное мне теперь сейчас не откинуть ласты, а то будет больно потом ловить плюхи. Но пока типа игра складывается явно не в нашу пользу. Причем сильно не в нашу пользу, учитывая, что вражеские челы в моем нижнем лесу. Или возможно под медом. Я вижу, что этот челик не пушит пака, это значит одно.
Это значит одно, что рядом стоят хейтеры. Начал пушить, видимо, он что-то понял. Ну просто это очевидно, когда чувак не пушил, а потом оп, наоборот, извиняюсь, пушил, а потом оп, перестал пушить. Опять умирает у нас владыка. Мы-то как бы анализируем ситуацию, смотрим за закаткой картой и всем передвижением и активностью, а видимо наш владыка уже там на тильте играет, и он не справляется с управлением. Челы просто живут в нашем нижнем лесу. Сейчас мы можем их, в принципе, подловить, я думаю. Да. Нам однозначно надо там быть. Берем барьер и залетаем. Залетаем в гущу событий. Братан, что это за прокаст? Что это за банка? Боже, какой даун у меня на тени играет. Дай бог здоровья. Я здесь умираю, да? Нет, смотри-ка, живу. Удивительно. О, хилочка. У нас есть хилка в команде, кстати, ребят. Это шок. Вы можете сейчас не поверить, но у нас есть хилка в команде. Тень допустила ошибку, она раскрылась в толпе противников и моментально ее упаковали за это. Скорее всего, челик в моем... Челик. Скорее всего, вражеский мидер в моем нижнем лесу. Поэтому мы пойдем в верхний лес. У нас вообще нижнего леса как такового не существует в команде. Вот. Поэтому приходится спасаться в верхнем лесу. Ну, типа, а что делать? Мне дали звезды, но мне дали их слишком поздно. Я немножко... Бля, мне до сих пор стыдно, я затупил с катаной на самом деле наверху. Я ну, типа не растерялся. Просто... Забоялся отдаться и не стал играть очень агрессивно. Все-таки, ребят, надо учитывать, что это первая игра за последние 2 дня, и я... Немножко не в форме, скажем так. Особенно, когда команда кормит по КД. Я говорю сейчас про владыку и теньку наших. Пошла уже 8-я минута, и нашим челикам пора бы варды ставить, если честно. Что ты, больное существо, делаешь? Не, я не поле... Ну, типа, вижена нет, я не вижу вражеских лесников. Они выходят, сейчас сайленс на хилку вешают, и я умираю. А, ну хилка решила... Хилка решила сама ульту продать. Они стоят где-то здесь. А, ну они снова на бот зашли, окей. На обзор просто нету вижена. Просто нету ебаного вижена. У нас в лесу играют просто долбоебы. Сори, конечно. Я не хочу рейджить, но у нас в лесу реально отбитые дауны. Которые не хотят ставить варды. Ни на тени, ни на хиле. Надо уходить. Надо уходить, потому что канонир пушит мид. Я не успеваю. Не успеваю везде побывать. И там отпушить, и тут отпушить. Поэтому замеса нам не кстати. Кто-то убил, я не обратил внимания. Коварный венеролог убил. А, это соло топ, ребята. Это соло топ. Ебать, красава. Это реально на мужчинку просто сыграно. Оформляет у нас коварный венеролог Дэвида Флейма на владыке. И наконец-то в нашей команде появился вижен на реке, хоть какой-то. Так что мы теперь можем что? Правильно. Двигаться. А двигаться мы начнем, пожалуй, на голдпак. И потом посмотрим по ситуации, куда мы дальше будем двигаться. Кхм-кхм.
Скорее всего, она... Ой-ой-ой. Неприятная ситуация. Очень неприятная ситуация. Отлично, забрали агрессора. И можно теперь даже по лесу пройтись. Хотя, вы знаете, мне кажется, вампир меня не ожидает. Не, ну там все равно линия запущена, поэтому неважно. Ожидает или не ожидает, а мне нужно уйти сейчас в лес. Надо догонять по фарму. Все-таки канонир меня уже перекачивает, даже без скилла. Просто за счет того, что у него в команде больше киллов. Больше киллов, больше выигранных боковых линий, больше... Хотя, я бы не сказал, что у него топ выигран. Ну, типа, вы поняли, короче. Больше киллов, больше фарма. Контржангл дает о себе знать на этой стадии игры. Не думаю, что он фармит прям сильно быстрее меня. Но... Ладно, разговор ни о чем. Надо сейчас заромить топ. А сделаем мы это как? Правильно. Вот так. Вась, ты, блядь, ты на кого нахуй понты, блядь, кидаешь? Ты, сука, сына. Я тебя, блядь, быстро нахуй упакую, сынок, блядь. Так, там вампир идет по реке, надо сейчас пизды не получить от него. Я-то владыку, в принципе, упаковал, а вот вампир уже достаточно близко, надо аккуратно. Оп, увидели, что вампир возвращается, идем к нему. Идем к нему, Вову апаем. Вызываем Вову, Вова, работаем. Так, на варде никого нету, там никого нет, тут никого нет, ладно, возвращаемся. Всех убили. Вампир убежал. Это было, кстати, неплохо, мы сейчас отыграли перефарм достаточно, ну, большой. Тем временем у меня 2 килла, но по фарму канонир все равно лидирует. Лидирует за счет того, что ему двигаться никуда не надо особо. Игра плавно перерастает уже в late game, потому что снова владыка... Но владыка имеет шансы выжить, у вампира нет ульты. Вампир только что юзал гроб на топе, да, этот владыка выживает. Чё там, Лёня у нас как раз таки на фанатике в лесу гангает. Хотелось бы Лёнечку пару раз там шпилевый сделать там с Лёней. Но только я еще не решил, как я буду делать, как бы в какой позе там эти моментики. Пока поправится. Бля, на боте, конечно, без моего участия все плохо, надо срочно туда двигаться. Блять, хилку убили, ульту потеряла. Это не лучший глиф на самом деле, но какой есть, такой есть. Сейчас мы попробуем, так сказать, Леню. Ебать. А, ну так мы не попробуем уже никого, кстати. Да, мы не попробуем. Здесь стоит Vision, который позволил им синициировать у меня замес. Какая сдача? Вы что, ебанутые? Просто перебейте варды. Сын говна на тени не играет абсолютно в этой игре. Просто поставить варды. Просто вот здесь вот. Варды просто поставить и все. У нас даже в лесу перебивает Леня блинчик. Блять, я, если бы знал... На... Сука, обидно. Просто обидно. Мы сейчас имели шанс выиграть... ну как, типа камбэкнуть фарм, а я... Я не смог. Я не смог, потому что в моем лесу варды стоят. И это, к сожалению, уже, скорее всего... Ну, с десяткой на 14 минуте я хз что делать. Сейчас попробуем Дэвида Флейма, конечно, потушить, но типа он 20-й. И он не подставляется. Самое печальное, что он читает игру. Не подставляется. Меня если нет на боте, значит я где-то... Правильно, блядь, на топе. Он читает игру, и я с этим сделать нихера не могу. Слишком жестко. Тем временем у нас на боте убили вампира, но вот эти гонялки, вот эти вот... Там вард стоит по-прежнему. Да и в моем... А, подождите,
Лол, так просто чел, скорее всего, видел ТП, потому что там Лёня блинчик 16 уровня бегает. Конечно, там чел видел ТП, как я просто ТП-шись. Ты ёбнутый? Ты ёбнутый? Что он делает? Зачем он забирает у меня фарм? Долбоёб какой-то на владыке у нас токсичный. Ладно, за долбоёба мы все равно не забьем на эту катку и по-прежнему будем пытаться ее выиграть. Я майкну хилки, что нам нужны варды, и будем пробовать все равно. Долбоёб на владыке. Не, это челик заслуживает репорта, он слишком токсичный. Он слишком токсичный. Сори, я... Блядский сет. Блядский сет. Сука, я так ненавижу этот сет. Это просто бред ебаный. У меня хилка вообще начнет от меня играть когда-нибудь? Почему, блядь, хилки вечно нет нигде? У нас просто нет хилки в команде. Я еще ни разу не видел, чтобы хилка с меня хоть одну кнопку сняла. Блядь, здесь слишком слабые тиммейты. Я пытался как бы фармить. Я пытался выигрывать. Я заромил, но толку ноль. Слишком слабые саппорты. У хилки вечно нету для меня ульты, нету кнопок. Ее вообще нету, блядь, рядом со мной никогда. И Тенька то же самое, очень слабый чел. Он учит какие-то, блядь, апы Крика Рока, когда у нас просто банально нет вижена в команде. Ладно, я, наверное, рано тильтую. У нас еще будет хоть один замес, в котором мы можем попробовать выиграть еще. Давайте пытаться это сделать. У нас есть звезды, у нас есть прокаст, и у нас есть вражеская команда, которая тпшится куда-то. Ну хукни его, животное ебучее. Понял. У нас просто бестолочь на тени, просто тупая бестолочь. Нужно собираться на драконе. Или здесь. Слишком быстро фанатик у нас ошибся, слишком быстро его упаковали. Так, я даже не знаю, у меня глаза разбегаются, в кого нажимать кнопки. У нас на тени просто чел не дупляет, что делать, на хилке тоже. Владыка в тильте, у нас, блядь, просто все хуево, все сверх тупо. Да серьезно, банка, ну ёб твою мать! А, что за лаки? Просто что за лаки? Почему у меня осталось хп именно на 200? На ебаную банку. Так обидно. Я так хорошо начал замес. Я даже убил вампира. И очень неплохо залочил барьером остальных челов, но, к сожалению, этого не хватило. Обидно. Ладно, давайте закроем этот сет на 15%. Я не знаю, надо пытаться от дефа сыграть. У нас есть все шансы, у нас есть хилка в команде. Мы можем, я верю в это. Я просто верю в нашу победу, даже в самых уебищных обстоятельствах. Главное, чтобы сейчас никто не нафидел снова. Мы можем выиграть, у меня хватит урона, чтобы разъебать их всех, но надо просто собраться. Чтобы у меня была возможность прожать два прокаста. И тогда у нас все будет отлично. Бля, я только сейчас заметил, что микрофон был не на меня направлен чуть-чуть. Надо просто сыграть от дефа, не дать им подойти. Так, первого упаковали. Неплохо.
Не, дальше не надо, дальше не надо идти. Нам надо только АДФ. Нам надо только АДФ. Они сейчас подставляют бок, чтобы сдохнуть и проебать катку. Нам надо просто АДФ играть вместе. Мы можем выиграть. Одна любая ошибка, и мы их проносим. Просто одна ошибка с их стороны, и они проигрывают. Но у нас челы ошибаются, к сожалению. Что они, блядь, делают, эти дауны? Ебать, он затаймил, пиздец. Нет, ну, типа, я не знаю, я пытался выиграть, но опять моя команда творит какую-то хуйню. Но противник под драконом, противник имеет огромный перефарм. Ну, нахуя на него лезть, блядь, за базой, откуда-то, блядь, заходить, где вас спокойно принимают. Один ловит гроб, другой ловит рощерк и так далее. Все по кнопке поймали и проиграли катку. Ну, типа, команда у меня слишком слабая. Просто очень слабый владыка в тильте в полном. Очень слабая хилка, которая не дала ни одну ульту у меня за игру не дала. И очень слабая тень, которая не вардила карту. Единственный, кто здесь выиграл линию и пытался выиграть игру, это коварный венеролог, но у него не получилось. К сожалению, я считаю, что эта игра была все равно неплохая, даже при таком раскладе событий. Поэтому, если она вам понравилась, хотя бы самую малость, поставьте лайк этому ролику. Не забывайте подписываться на канал. Но с вами был Проф. Сейчас я билдики вам покажу, и на этом будем заканчивать. Собственно, вот билды. Да, с вами был легендарный Лёня Блинчик. И, короче, пока, все, да? Наберете.